Просто в нашей жизни часто происходят вещи, которым очень трудно иметь однозначное отношение. И особенно, когда эти вещи произошли. Ну, например, ну, если бы представить себе, что все-таки я как-то бы выжил, ну, вот как-то, то наверняка я был бы человеком, который все так и сидел бы на тех же самых ценностях, которые у меня были тогда, на этих рок-н-ролльных. Может быть, у меня бы не было бы зубов каких-то, они бы там окончательно прокурились или выпали, еще бы чего-то не было. Я бы все равно был счастлив от того, что вот с радостью вспоминал, что вот, а были классные времена, вот тогда было вот, эх, как это было, все-таки это было здорово. Вот, наверное, я бы тогда бы сказал так. И я, например, с позиции такого человека, я точно скажу, что, наверное, особой разницы нет, умереть чистеньким или умереть грязненьким. Какая разница? Разница наступает только тогда, когда ты узнаешь Бога. А в остальном случае большой разницы нет. Отношения у вас в коллективе строятся, ну так скажем, есть кто-то главный? Так, вот, я думаю, вот этот шепот Дмитрия Гусакова вы услышали, к сожалению, есть. И теперь вопрос именно Дмитрию. Дмитрий, скажи, пожалуйста, вот, ты сейчас находишься под защитой ушей наших радиослушателей, если вдруг сейчас начнутся разборки, то они все это услышат. Так что разборки начнутся, Дмитрий, скажи, пожалуйста, кто главный? Ну как кто? Это совершенно понятно каждому, кто главный. Мистер Чистяков главный. Слушай, а он как начальник вокально-инструментального ансамбля, он вообще тиран, деспот или добрейшей души человек? Ну вообще он, конечно, добрейшей души человек. Но когда бывают какие-то запары и зарубы, то как бы каждый выдвигает свою телегу, и в общем порой жарко бывает. То есть репетиции у вас могут проходить и напряженно? Да, и в общем случается даже попадание как-то в больницу там с переломами там и со всякой прочей ерундой. О, даже как. То есть, ну злоба просто бешеная порой бывает. Ну понятно. Добрейший души человек, но в то же время ярости. Да, да, вот как-то все время какие-то такие вот сочетания присутствуют во всем. Где ты, где ты, где ты? Белая карета! В стенах туалета человек кричит, но не слышит стены, трубы словно вены, и бачок сливной, как сердце, бешено стучит. Группа «Ноль» развивалась довольно достаточно долго, успешно. Гастролировала по всей стране, не только по стране, и по миру, и их принимали в Европе с большим энтузиазмом, потому что действительно, с одной стороны, это была такая перестроечная экзотика, а с другой стороны, какая-то музыка, которая была неизвестна западным исполнителям, и потом Федор пришел к какому-то другому решению, которое привела к неким, ну, известным таким трагичным событиям. Группа «Ноль» — это была такая идея, как, которая, условно говоря, кормила и грела, и питала всех. И потом, когда этого не стало, когда сначала у меня начались проблемы, а потом, когда мой жизненный путь вообще переориентировался,
то постепенно стало выясняться, что на самом деле мы, конечно, движемся в каких-то в разных направлениях. И ни они не пойдут за мной, ну а я тоже в ту сторону тоже не могу. Доктор едет, едет сквозь снежную равнину. Порошок целебный людям он везет. Человек и кошка порошок тот примут. И печаль отступит, и тоска пройдет. Ну и опять-таки, то, что нас объединяло до этого, было настолько мощным, что просто вот отвергнуть и сказать, что теперь этого нет, у нас какая-то новая база, но у нас ведь нет никакой новой базы. Кажется, что самое приятное место, в котором я находился в детстве, это было у бабушки, у матери и отца. Ну, они были интеллигентные люди, у них было много интересных книг, и они были сами интересные люди. То есть это было что-то такое созидающее. Я как-то шел по школе и увидел объявление, что там кружок игры на баяне. И я стал просить маму, чтобы она меня туда записала. Вот она меня туда записала. Я стал туда ходить. У меня было какое-то расписание, в которое предполагалось, что я должен заниматься вот игрой на инструменте. Там какое-то время в течение дня. Но поскольку у меня не было музыкантов в семье, то никто не понимал, чем я на самом деле занимаюсь на инструменте. Ну, играю ли я что-то по нотам, или я не играю по нотам, это никто не мог проконтролировать. И я часто просто сидел и оттарабанивал этот час, играя просто что придет на ум. И таким образом я научился импровизировать. Потом у меня поменялось место жительства, я попал на Ухту. Это был уже 8-й класс, и там я познакомился с Алексеем Николаевым, а также там были еще два мальчика из моего класса, и вот у них была уже группа. Я тоже, значит, органично туда влился. Тогда мы, как бы сказать, начали самостоятельную жизнь. Мы взяли Анатолия Платонова, который стал играть на бас-гитаре. Я стал играть на клавишах. Алексей Николаев по-прежнему играл на гитаре. Мы, значит, переехали в квартиру и стали в квартире записывать, как мы сами это называли, панковский альбом. Вот это был материал, который мы уже понесли в студию к Андрею Владимировичу Тропилло. И когда мы показали вот этот альбом, я помню, что когда он слушал, то ну, буквально он почти что упал со стула. Он очень сильно смеялся. И, ну, и после вот этого момента стало понятно, чем мы будем заниматься в этой студии. И мы стали переписывать вот этот материал. И вот таким образом получился альбом «Музыка драчевых напильников». Одним из фигурантов по делу в этой студии был в свое время школьник, а потом уже молодой человек. Это Федор Чистяков, который пришел туда заниматься как настоящий пионер в 7-м классе, когда он учился с гитарой, который играл на гитаре и пел песни свои. С этой студией все было тоже удивительно, что эта студия как раз оказалась в 2 шагах от дома, где я жил. Ну, по сути дела, в том же районе, где мы все жили. Это просто был дом пионеров, а в нем был кружок звукозаписи. И мы как-то случайно узнали, что есть такой кружок звукозаписи, и туда можно записаться. О том, что там работает Тропилло, и кто это вообще такой, было просто неведомо. В этой студии записываются такие группы, как Кино, Аквариум, Алиса. Это все стало известно только когда мы уже какое-то время там поварились. Он принес музыку, которая не была КСП, не была клубом самодеятельной песни. Она была достаточно сложна по своему устройству, она была рок-н-ролльной,
она была сильной, вторыми долями, все как надо. При этом она исполнялась очень по-русски, да к тому же на любимом русском инструменте, на баяне. Но в этом все остальное было рок-н-ролльно. Это были ударные полноценные, бас-гитары и, главное, тексты. А тексты были уже вполне, которые вышли из текстов того же самого Марка Болана, того же самого Моррисона, того же самого Боба Дилана, того же самого Джона Леннона. В один момент я решил показать Андрею песню «Я инвалид нулевой группы», которую я сочинил именно на баяне. И, ну, как некую такую, что-то эксклюзивное добавить в альбом, вот, а сыграть вот песню на баяне. Вот, все на гитаре, ну вот одна песня, чтобы была. Вот, но когда он это увидел, то он очень сильно порадовался и сказал, что на самом деле вот это, что эта песня она почти отменяет все предыдущее, потому что вот надо играть именно вот так. Надо сказать, что, конечно, что мать, она всегда влияла на меня очень сильно. В 40 лет, когда она меня родила, она заболела, и очень вскоре она уже была инвалидом, она уже не работала. У нее стали происходить такие, ну, какие-то процессы, она стала изменяться так, что она, ну, перестала за собой, что ли, как-то следить. То есть она... Ну, вообще не выглядела как женщина, например, да, она ходила в каких-то в тренировочных штанах, в таких войлочных, значит, типа «Прощай, молодость». Вот. Ну, и ее такие, скажем там, лексикон, да, тоже у нее такой был соответствующий. Она могла кого-то так хорошо отделать матом вполне. Вся эта атмосфера, она, вот эта атмосфера... инвалида нулевой группы, она так постепенно в доме все больше и больше нагнеталась и складывалась. Не знаю сам, чего я хочу, встану на тумбочку и закричу, скажу со слов я, но не промолчу, пускай все знают, что я хочу. Проститутки в ванной голове шеш, я вам покажу, как ползать по крышам. Я инвалида нулевой группы. Еще больше того, то есть это не была такая, значит, лежачая, больная, тихая, типа, любящая мама, благодарная сыну за его заботы. Она, в общем, человек очень сильный и внутренний такой, вот. Ей такие свойственны были такие поступки, там, типа, облить какую-то целующуюся молодежь, там, кипятком. Там плеснуть из окна, да. Ну и поскольку ей делать было нечего, она сидела там у окна все время на кровати, на своей вязала, и проститутки вон, а голуби шиш. Она так палкой стучала по подоконнику, по жестяному с грохотом и кричала «Шиш!». Там, когда голуби собирались, они на втором этаже жили. Вот она гоняла голубей, любые девушки, приходящие к Феде, иначе как проститутками не назывались, в принципе. Однажды тоже мы с моим приятелем детства сидели у меня дома. Его звали Валера. И он так заходил, и он любил, когда я вообще играл на баяне. Ему нравилось. Он приходил и говорил: «Фиська, давай, сыграй вот это. А потом, а теперь вот это сыграй, и теперь вот это». И вот такой был благодарный слушатель, ему нравилось просто, как я играю.
И вот это была такая одна из таких встреч, где мы играли. И тут вдруг вышла мама, я не помню, что она начала делать, но, по-моему, она начала говорить, что я как-то не так играю, или что-то я не так делаю, или что мне надо как-то по-другому что-то делать. И я тоже не помню, как это случилось, но я вскочил с баяном, начал играть, значит, рок-н-ролл, и отбивать вот этот речитатив: я научу вас петь и играть, я научу вас любить и страдать, я научу вас мечтать и дружить, я научу вас думать, научу жить, я научу всему тому, что не могу сам, но я хочу, 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 я инвалид нулевой группы. Я помню, что Валера и я, мы вместе просто скакали по комнате вместе с баяном, вокруг нее, она в это время что-то кричала и говорила, что так, ну, тоже что-то в свою какую-то тему. В общем, это такой был хэппининг, ну и вот так вот, собственно, вот эта песня, она и родилась. Костели-каталка, синий свет, грязные стены и белые потолки. Милая, хочешь, я останусь здесь с тобой, на гробовой доске. Пластмассовые руки, деревянные глаза. Кто здесь против? Я за. Я инвалид нулевой группы. Я инвалид нулевой группы. Это было где-то в период, наверное, 91-го года, осенью. И для меня это был такой момент, когда группа «Ноль» неоднократно была за границей. Был записан очень успешный альбом «Песня о безответной любви к родине». Казалось бы, все отлично. Но у меня просто села мама, за ней надо ухаживать. И все. Сила проявляется в желании доминировать и в том, что она добивается этого любым способом. Один из способов вот доминирования для нее был, как мне показалось, это вот то, что она была прикована к креслу инвалидному. Вот до такой степени ей нужно было доминировать над Федором, что у нее организм отказал ей возможности ходить там, то есть она была на 100% зависима, ей нуждалась в помощи. И это, ну, на мой взгляд, это какое-то подсознательное желание держать его рядом, удержать его. Ее болезнь лишала меня вообще всяких каких-то перспектив. У меня была перспектива там развиваться в группе, строить свое будущее, может быть, там даже уехать за границу или что-то. Ну, много, да, каких-то планов, идей, надежд. И все это рушилось буквально о том, что теперь мне надо сидеть и ухаживать за ней. Разумеется, эти обстоятельства очень подвергали меня сильному испытанию. И в какой-то один момент мне очень захотелось от нее избавиться. Там, я уже не помню, были найдены какие-то каналы, при помощи которых это можно было сделать, куда-то списать ее в утиль при помощи каких-то медпроцедур. Но это как какой-то поступок, который абсолютно какой-то он находился на грани того, что я вообще могу так поступить. В результате для какого-то медицинского освидетельствования она была положена в больницу, которая находилась на окраине города, а это был 91-й год. Больница эта была ужасная, там, не знаю, ползали мухи, на коридорах лежали синие старухи, кругом был отвратительный запах. Ну, такое просто ужасное такое зрелище. И в конце концов я не смог так поступить. И я решил ее забрать обратно. И решил, что пускай летит пропадом вся заграница, карьера и все такое, но так я поступить не могу.
концу 86-го, к началу 87-го года мы прошли прослушивание в Ленинградском рок-клубе. Какие первые впечатления о группе «Ноль»? Какие-то подростки, играющие какую-то абсолютно непонятную музыку, вышедшие из школы там, Андрея Владимировича Тропилло. Еще и песни какие-то дурацкие поет, понимаешь ли, да? Ну, потому что песни дурацкие, но очень хорошие, да. Кайфовые песни, дурацкие кайфовые песни. Так и должен быть рок-н-ролл, так он должен выглядеть, этот рок-н-ролл. Соседи мои знают, кто был у меня вчера. Их интересует, кто приходил позавчера. Вообще, собственно говоря, как ты говорил, что «Коммунальные квартиры» тоже как песня пафосная, как про войну, а на самом деле там ходят люди словно тени. Вот это вот потом и дальше в творчестве эта тема, она проявлялась как пафосное воспевание чего-то такого абсолютно бытового и, может быть, даже и не очень неприятного чего-то. Собственно говоря, это был такой момент успеха, признания. Всем это очень понравилось. Было очень много восторженных отзывов. И после этого стали появляться предложения поехать туда, поехать сюда. То есть можно сказать, что с этого момента можно уже было сказать, проект состоялся. Меня часто спрашивают, что в русском руке главное, текст или музыка? Я отвечаю всегда, конечно, текст. Потому что рок-н-ролл писать заново не надо, он есть. Остается просто подставить свои слова, вложить свои эмоции, свои чувства в то, что ты хочешь передать. Вот. В данном случае Федор Чистяков стоит на очень интересном, немножко в стороне, именно потому что ему удалось принести в эту музыку свой русский колорит, абсолютно, который не смогли даже повторить никто. Друг из маминой из спальни на дрезине фронтовой выезжают комиссары и качают головой. Занят воскребины солнца предъявили, словно Красной Армии боевой мандат. Люди обезумели, колокол забили, люди отупевшие в ярости кричат. Славься, Отечество наше свободное, будь ты проклят, царский род! В то время была такая, сам такой настрой был у меня лично, и, наверное, это так в группе в целом отражалось. Такой независимый, мне было как-то неинтересно поддаваться какому-то формирующему влиянию, чтобы из меня делали какую-то супергруппу. Мне было интересно делать в студии то, что вот хотелось делать в то время. И так получалось, что мы были предоставлены сами себе. То есть у нас было самостоятельное продюсирование, никто не оплачивал нам студию, мы ее сами оплачивали, сами арендовали и записывали в ней то, что хотели. Настоящему индейцу надо только одного, да и этого немного, да почти что ничего, если ты чувак индеец. Ты найдешь себе оттяг. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Алексей Николаев, он был всегда такой противник блатника. Песня о настоящем индейце — это тоже
Это был тоже вариант какого-то блатника, об этой песне просто ходили споры о том, что вообще там не стоит исполнять. Но под влиянием каких-то людей, обстоятельств, как-то так получилось, что мы ее вообще сыграли. Возвращаюсь раз под вечер, накурился кашиша. О, жизнь становится прекрасна и безумно хороша. Иду, курю. Сейчас везде идет борьба против курения, а ты так с наслаждением поешь: иду и курю. Нехорошо. Да? Да. То есть с курением ты не борешься, а за то, что куришь? Нет, я с ним не борюсь, ибо курю сам. И гашиша там, да? Да. Нормально. Поиск вдохновения был одной из важнейших задач, а инструментами в этом поиске были алкоголь и наркотики. Регулярное употребление марихуаны тоже вызвало некоторый новый подход к музыкальному творчеству. Созрела дурь в саду дяди Миши, держи стульчак в саду дяди Миши, хватай рычаг в саду дяди Миши, а хватай, держи, ищи свищи, лови стульчак. Во! Листы, листы ползут в кусты. Вот такие глисты! Смотри, как они ползут в кусты! Вот так! Порой, когда я играл, мне казалось, что... что я смотрю за собой со стороны, и я не понимаю вообще, что я играю. Это такое было удивительное состояние. Человек и кошка плачут у окошка, серый дождик каплет прямо на стекло. Чем дальше я погружался вот в эту тему, в музыкальную, но это происходило, опять-таки, неосознанно, потому что в те годы я много не думал, да, так. И каких-то вещей я просто не мог понимать вообще. Но я больше погружался в собственное творчество. Оно становилось моей частью, неотъемлемой частью моей жизни. И я уже не мог представить себя в какой-то, в другой какой-то жизни, что я занимаюсь чем-то другим, это просто было невозможно. Даже вопрос был не в том, что я хотел там музыкой заниматься или чем-то, а вопрос скорее уже какой-то личностный. То есть те песни, которые я сочинил, они, как сказать, они превращались в реальность. Человек и кошка по ночам летают, только сон не вещи, крыльев не дает. Значение многих каких-то песен, даже собственных, я понял только спустя какое-то время. Но скорее не то, чтобы я не понимал смысла песен, а я не понимал его в какой-то во всей глубине. То есть я писал, но я не понимал зачем. Просто мне так хотелось, и все. Доктор едет, едет сквозь снежную равнину. Порошок целебный людям он везет. Он очень остро чувствовал, на мой взгляд, дисгармоничность реальности, в которой мы все находимся. И видел во всем в этом катастрофу надвигающуюся. И какое-то разочарование от того, что... никто не слышит, никто не понимает, и это вообще ни на кого и ни на что не действует. Вот это остро в нем чувствовал. Человек и кошка, хорошо, кто примут, и печаль отступит, ты тоска.
проблемные песни, они, по сути дела, отражали то, что, ну, хотелось, да, говорить об этом, значит, эти проблемы, они были. Но песни писались, возникало ощущение каких-то достижений, а на самом деле проблемы оставались. И к 90-му году, наверное, к 91-му году как раз вот этот кризис, он сильно стал усугубляться. Стало понятно, что вот не удается жить так, как хочется. Жил был цикорий, маленький цикорий, но он сошел с ума, но он сошел с ума. Жил был цикорий, маленький цикорий, но он сошел с ума, но он сошел с ума. Люди, одумайтесь, люди, одумайтесь, вы все сошли с ума, вы все сошли с ума. То, что сделал, то есть появился в рок-н-ролле баян исключительно благодаря Фее Чистякову. После этого появилась масса групп, которые используют этот инструмент. Но все они эпигоны, подражатели Феи Чистякова. Причем такие слабые. Потому что, конечно, на таком уровне, как сделал Федя, повторить не удастся. Вот. Другой вопрос, что, как бы, что было дальше. Дальше было много чего, и не совсем музыкального, и Федю поразили те же самые недуги, которые поражают любого русского героя. Там, от Ивана Дурака до Ильи Муромца. Песни, которые я сочиняю, что людям они нравятся, потому что они подчеркивают, вот, ну, подмечают какие-то моменты. И мне хотелось этому соответствовать. Я чувствовал, что вот именно вот так и надо жить. То есть это здорово. Да? И вот быть таким героем в тельняшке. Но это все происходило на фоне тоже своеобразного духовного поиска. Потому что, ну, интересовали какие-то вещи, если так можно сказать, больше, чем просто музыка и все остальное. Такой поиск, наверное, он наступал у многих музыкантов и артистов. Ну, например, взять там группу «Битлз», которая однажды прослушала лекции некого Махариши, и потом они уехали к нему в лагерь. Здесь тоже что-то подобное этому произошло, только вместо Махариши другой персонаж возник, такая, скажем, рок-н-ролльная жрица, страшная, как Оззи Осборн, вот самое то, что надо. Она тоже появилась, предложила переехать туда, на дачу, и говорит, там вместе веселее. В квартире моей грязюка, в сортире моем темно, на кухне живет гадюка и жалит в сердце давно. Какой-то русский народный сюрреализм. Иван Дурак идет набираться ума разума у Бабы Яги. Что из этого получилось? В октябре, наверное, 1992 года моя знакомая судья в одном из районов Ленинградской области попросила меня заняться защитой Федора Чистякова. Он подозревался в совершении покушения на умышленное убийство. Я застрял на этой даче, наверное, на целый год. И все это время
у меня возникало ощущение, что я постигаю какое-то особое познание. Я бы мог покинуть свой дом, мог бы просто ее убить. Но уйдя, мне будет негде убить, будет не с кем жить. Однажды с утра я проснулся и решил, что... Вернее, не решил, а мне пришла в голову мысль, что мне нужно как-то покончить с Ириной. Тут начался сущий кошмар, потому что, с одной стороны, были моменты, когда я отходил, и я понимал, что это абсолютное сумасшествие. Но именно как раз в эти моменты я себя чувствовал полным ничтожеством. Зато, когда я думал о том, как я лишу ее жизни, то мной овладевал сильнейший фанатический кураж. В моей голове играли боевые песни. Я кричал «уру-ру», и мне было хорошо. Как настоящий шоумен и настоящий Иван-дурак, я пошел совершать это в красивой, красной, вышитой такой национальной рубахе. Если бы он с самого начала послушал меня и сказал, а это все была шутка, я просто хотел ее попугать. Так вот, та степень телесных повреждений, да, легкий вред здоровью, который он причинил этой девушке, помогла бы нам отделаться 2 годами условно. Ну, Федор все время говорил, хочу убить, хочу убить, хочу убить. Вот поэтому у нас как бы возникла идея, скажем так, психиатрической экспертизой. В конце концов, этому дали достойную оценку на медицинской комиссии, поставив диагноз параноидная шизофрения. И я помню Федора перед этими трагичными событиями. Он был черный, худой и такой очень встревоженный. Вот. Потом, когда он появился в рок-клубе спустя некоторые паузы, вот, он был розовый, бодрый, в белом костюме, рубашечке, но он был свидетелем Еговы. Если так просто говорить, то в 92-м году, когда я решил, что мне надо, вот, значит, ужасные вещи говорить, убить эту Иру Линник, то ну, я смотрел как бы вперед, да, я считал, что я сейчас это сделаю, что будет как-то, ну и хорошо будет. Потом я 2 года там отсидел. Когда я вышел, я понял, что я просто не могу жить вообще. Вот если раньше у меня все время было куда двигаться вперед, были какие-то ходы, то здесь это был тупик вообще полнейший. И я начал серьезно размышлять о самоубийстве. У него было предощущение конца, причем такого, гибели. Вот тогда это остро чувствовалось. Останься он на этом векторе, скорее всего, он в силу каких-то обстоятельств погиб. И вот в это время я как раз начал изучать Библию со свидетелями Иеговы, и вот это оказалось выходом таким. Та какая-то популярность и те возможности, которые ему предоставлялись в тот момент, они его как-то радикальным образом не устраивали. Не было какого-то, мне кажется, вот такого якоря, за который бы он мог держаться в этой жизни. Его вот так вот носило, короче, из стороны в сторону, и он вот из крайности в крайность. То есть это как какое-то такое море Солярис, да? И, наверное, вот тогда группа «Ноль» она перестала существовать навсегда.
в этом формате или в этом виде я уже не видел возможности вернуться в музыку. Коллега, давайте его, пожалуйста. Да, да, да. А? Где ты, где ты, где ты, белая карета? В стенах туалета человек кричит, но не слышат стены, трубы словно вены, и бочок сливной, как сердце бешено стучит. Раньше, когда Федор пел, для него это было как-то очень значимо. Ну, ему именно вот петь важно было. Он вообще сам называл это, бывало, сдача крови. Это работа. Это шоу-бизнес. И к нему и относиться надо, соответственно. И что это? Ну, всего лишь материал. И не нужно это воспринимать как вообще какую-то истину в последней инстанции или какое-то откровение правды какое-то свыше. Это просто шоу-бизнес. Отлично. Ты меня зарубает время, ты... А теперь только мужчины, только мужчины. Просто я живу на улице Ленина. А вот что сейчас? Ну, профессиональное исполнение. Нет того образа, который тогда складывался во время пения. На сегодняшний день, может быть, это как раз-таки все-таки то светлое, что в нем было, оно так и победило. То есть он как был музыкантом, он так и остался музыкантом. Музыка.